Так, ну-ка, получай-ка. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутен Балт, а мы, ну, продолжаем играть в РК Survival Wolf, и, как я открыл журнал, у меня тут очень интересное сведение, то, что мое племя убило Гектора, но турельки мои, видимо, убили Гектора. Сказочный долбоёб. Который я поставил на оружие. Мы делаем защиту, очень хорошо хотим сделать защиту, потому что недавно на нас нападали, но мы отбились. И сейчас вот мы решили защищать базу нашу вообще по максимуму, как только это можно. Потому что нет защиты базы, нету и нас, соответственно, с вами. Ух, блядь, металла-то сколько еще. Сейчас будет тащить так, чтобы музыка дурацкая вырубилась. Сядем и следим у животного какого-то. Только интересно, откуда его убило? Тут все патроны стоят нормально, прилично так. 1200. Короче, судя по всему, его какая-то уличная турель убила. О, вау. Чё ты лагаешь-то? Так. Ага, нам надо, короче, взять это металл. А еще у нас добавили, наконец-то, добавили сервер Рагнарёк в список. И, разумеется, мы делаем вторую базу на Рагнарёке. Я уже нашел точки нормальные, поэтому мы, соответственно, с вами к этому приступим. Так, сейчас хочу посмотреть там, что у меня с генераторами. И мы, разумеется, продолжим. Так, ну-ка, получай-ка. Отличненько. Проверила, короче, свои генераторы. Судя по всему, у них уже был недостаток бензина, и они потихоньку отрубались. Так, а животных никто не кормил, нихуя, да? Заебись. Что делать будем? Зверей никто не кормит, да? Да, отрубись ты. Зверей никто не кормит, всем посрать на зверей, да? Так, картошка, морковка. Не, морковка это святое, надо... Ох, господи, урожай-то не прёт. Чем кормить-то? Так, картошка. Сейчас, стоп, нафига им так много картошки? Я вон дам им... половину. Экономить надо. Сейчас еще за мясом пойдем. Ну, разумеется, я это все там перемотаю. Так, лопайте картошку. Так, у меня тут, по идее, должно было поспеть что-то нормальное. Так, ты 10 из 10, да? Отлично, беру патроны из тебя. Так, что у меня тут? Не удобрено. О! Ну, хоть немножко наркобери есть. Чтоб наркоты-то поделать, а то как же без наркоты-то нам жить. Так, межу бери, слава богу, есть. Ой, господи. Чё-то ни хрена они перестали заниматься, чё-то. Надо будет мне по максимуму сегодня вечером заняться базой, а то чё-то вообще бардак полный творится. Полный бардак. Так, открываю, заношу. Так, я возьму, в принципе, вот это. А нет, это я с собой беру. Вот это вот положу там. Звери все кормить. Это возьму. Так. Мне, в принципе, там сколько? Турельки 4, наверное, осталось сделать. 4 турельки где-то. Так, бля, бензин. Вот, сука, кто такой умный, то что бензин нахуй весь выпарил, да? Ой-ой-ой. Так, ну-ка, что у тебя тут? Все нормально, да, с бензином? Ой, господи. Вот кто забыл отрубить, а? Бензина нафиг нет. Так. Наркота-то наркотой. Надо сколько?
пойду, что ли, посчитаю, сколько там турелей надо. Просчитался, короче, нам надо примерно 3 турельки. Ты, наверное, уже заметил то, что я стал сокращать видео, а это для того, чтобы мы за один выпуск побольше успевали, и чтобы у тебя было немного затрат на просмотр видео самого, чтобы ты там недолго его смотрел, чтобы видео было по времени короткое, но по делам очень большое видео было. Так, ну, с наркотой вообще все идеально. Ой, говна поделать, удобрения, а то вообще в задницу какую-то тут попали, уже жрать-то нечего. Так, три турели надо сделать. Чего у меня тут по постройкам или электрические укрепления? Цементная паста нужна, полимер нужен, ну, ща положу. Я тут специально все уже ныкать стал, потому что, не дай бог, еще раз нас тут попытаются зарейдить, это ж жопа будет, если в дом проберутся. Они сразу из станка это все забрать смогут. Разумеется, я ныкаю. Все самое нужное и важное. Так, постройки. Ну да, электрические укрепления. Одна турель готова. Плюс к ней еще в комплект нам надо этой электроники наделать. Хорошо, что я жемчуг. Жемчуг есть. Это очень хорошо, что есть жемчуг. Сейчас наделаем. Все как положено у нас будет. Так, композисты или как там раздел. Композиты, во. Композиты раздел. Так, пусть пока делает. А мы сходим за мясом. Так, а вот мы и тут, вот моя рыбка. Сколько рыбки-то, как смачно, как вкусно-то. Ой, давай еще капросуху загрызем нафиг. Нафиг его. Кстати, заодно жемчуг соберем, жемчуг не надо. Место нашел просто топовое на Рагнарке. Я же эти уже, разумеется, это искал, все осматривал. Ух, рыба-то тут. Панорамата. Большая какая, здоровая рыбина. Только путь такой. Сколько уже? Да хрена. Там все ходят. Блин, он кушает. Так, собираем жемчуг. Жемчуг нам очень нужен, потому что мы его стали сейчас очень быстро тратить на все хорошее, так скажем. Так, давай еще кушать. Идеально. Просто идеально. Так, еще раз плаваем за жемчугом. Так, рыбина прям передо мной тут плавает, знаете. Чтоб неповадно было. Так, давай. Окей, можешь кенгуру сожрать. Ну, можно, в принципе, он же не убежит на меня. Кенгуру будет слаб в воде. Все, пока, кенгуру, ты не убежишь. Так, с него еще шкура выпала. Отлично, шкура то, что нам надо. В нашем деле шкура — это главное. Так, вот Рексом саму эту рыбу есть. Это прям так, такой кайф. Просто берешь такой, лопаешь рыбку. Тебе кайфово от этого. Так. Давай еще рыбки наберем. Так, жемчуг набрали. Отлично, и садимся. Так, ну вот я и приехал домой. Сейчас вот нашу полученную рыбку выгрузим. И, ну, будет у нас все супер. Так, давай берем рыбку. Ее у нас много, вату. Так, еще шкуру эту возьмем. Рыбка, мясо. Ух, сколько много-то. 399. Так, давай. Опа, было больновато немножко. Ну ладно, так. Рыбка тебе. Мясо, куш, все, положил. Так, теперь сюда.
Заходим к нам сюда. Ебать мы. Голодные, что ли, для пизды? Травоядные. Окэм. Ягод ебаный дам еще. А то пипец какой-то. Сильно проголодались. Ну-ка. Чересчур сильно. О, бедные животные. Давно, видимо, не кормили. Наверное, морили голодом, так скажем. Так, давай закройся. Ага. Так, жемчуг надо выгрузить. В принципе. Так, давай. Выгружаем. Выгрузили потом. Камень. Нет, камень не нужен. Шкура. Шкуры маловато. Сейчас, что-то он. 21. Так, тут мой костюм еще зимний. Так, а что у меня вот тут? Постройки. Одна турка готова. Надо еще электрическое укрепление. Ну вот. Ну, елка у меня за металл. Надо сходить. Сейчас слетаем за металл. За металлочком. И все у нас будет супер. Так, ну я уже, короче, металлечко набил нам. В принципе, так неплохо. Вот летим на данный момент домой, на базу, чтобы все это дело сейчас нам выгрузить, и можно делать уже оставшиеся две турели, заполнять патрончиками и, в принципе, приступать к воротам на Рагнарёк. Надо будет еще периодично заполнять патроны тут. Короче, дел мне на вечер, ну, на сегодня тут. Ай, просто до хрена. До хрена дел. Ну, надеюсь, я не забуду зайти в игру. Хотя бы немножко в нее сегодня вечером поиграть. Потому что дел по горло. Да и тем более, знаете, скажу честно, интерес особо, ну, к игре не пропадает. Ну, а так вот просто играть интерес пропадает. Вот мне как-то больше нравится вечером гулять побольше с друзьями, там, скутера разбирать, там, смотреть. Это вот мне сейчас пока как-то интереснее, чем играть в Арк. Ну ладно, друзья, не суть, я все равно играю в Арк. Ну, стараюсь играть. Все у нас отлично, супер. Так, надо вот сюда положить металльчика. Как раз еще кремния он набил немножечко. Немножко кремния. Немножко кремния, это хорошо. Я его тоже заберу. Так, вожу. Так, пусть пока плавится. А мы с тобой припаркуем назад анкилозавра и сделаем, в принципе, пороха. Скажу одно. Я могу постараться сделать парочку рам. Но, скорее всего, я сейчас просто сдохну, наверное, делать. Но проще тогда будет поставить верстак на улице где-то рядом, чтобы я особо не парился с этим. Так, ну ладно. Не суть. Пошли порох делать. Порох включить. Так, сколько камня? Мало камня. Вот. Стоп, какой порох? Селитру пока всего лишь сделать. Да пороха еще нам долго. Надо еще и за деревом сходить. А хотя стоп, сейчас как раз еще за деревом сгоняем. Что тут такого-то? Хотя зачем сейчас гонять за деревом? Ну-ка, у меня ж вроде есть тут дерево. Немножко, да? Эх, ладно, пусть на всякий случай остается тут дерево. Сейчас сгоняем за деревом. Ну что, понеслась, друзья. Вышел из своей базы. Так, там красное лут, но ладно, так уж и быть, пофиг на него.
Ай, нам сейчас нужно найти дерево, чтобы нарубить его на уголь. И, в принципе, ну, будет неплохо. Сейчас у нас там время-то сколько? 15-20, да? Ай, в принципе, не хочу долго в игре сидеть. Поэтому, наверное, не сегодня мы приступим к Рагнарёку, не сегодня. На следующей неделе мы можем приступить к Рагнарёку с вами. На следующей неделе. Как раз мы закончим ворота уже, построим базу там. Но, разумеется, без обороны сначала она будет, база наша. Ну а так, неплохо. Так, ты устал, да? Воу-воу-воу, что-то нога у меня сейчас заболела. Так, давай. Бежали. Еще надо будет сейчас набить тут каких-нибудь этих ресурсов. Уже с кремнием очень плохо. Очень плохо с кремнием. Я вот давно не убивал. Так, здесь. Так, кто-то на меня собрался. А, бить бомж. Я даже не понял, кого задел-то толком. Но дерево я набиваю, разумеется, много. Даже много. Рагнарёк будет карта серьезной для нас, потому что, ну, разумеется, все имеют на нее доступ и все смогут на ней играть. Поэтому оборона на Рагнарёке должна будет быть просто высшего уровня. Потому что иначе никак, иначе нас там возьмут и все. Жахнут, и никакого развития. А Рагнарёк нам нужен, чтобы мы, соответственно, например, своровали там яйца ледяных, вейвер, но это там уже другая история у нас будет. Грифонов приручили, это тоже другая история. Нам пока еще не скоро это светит, но я постараюсь, друзья, я постараюсь, чтобы мы к этому как можно скорее перешли. Так, давай, закройся, пожалуйста. Воротики закрыты, все у нас супер. Так, сейчас вот разгрузка будет. Ловили. Опа. А, да, хорошую обделку я сделал, да? У нас теперь целый дом, ну, обделан металлом, чтобы, если на нас нападут, мы в основном много-то и не получили урона от нападения. То, что и внутри дом сам саманный. В этом-то и весь плюс этой всей обделки. Так, дерево погрузил. Что надо сделать? Пока росомаху здесь оставлю. Надо сделать, чтобы было писец как удобно. В принципе, можно... А стопы сюда ж верстак влезет, точно, он же сюда влезть может спокойно. Че это купил-то? Сейчас надо сделать верстачок по-быстренькому. Он у нас из чего делается там? 5 кусков металла, 20 кожи, камень там. Короче, все это у меня есть. Набираем дерево. Кожа. Охуеть тут кожа. Солома. Солома не нужна вроде. Нам нужен металл. Немножечко так металла. Что там еще надо? Еще там надо этот... А, камень, во. Идем за камнем. На второй этаж. Так, не сюда. Во, да, сюда. Я попал. Так, отлично. Верстачок. Камешек возвращаю. Верстачок сделал и все на место возвращаю. Так, кожа, соответственно. Метальчик сюда. Турелька меня вон ждет. Моя драгоценная. Так. Ставлю я.
А чё ты не разрешаешь поставить, а? Дай поставить, жмотин. Чё так зажмотничаешь-то, а? Вот сюда, ну пожалуйста, да, поставить, а? Ой, жмотина. Так, ладно, придется делать. Хочу не брать фундамент какой-нибудь лишний. Детали дома. Вот не хочется топовый каменный фундамент, блядь. Я его так случайно нашел. Хочется что-нибудь такое. Эх. Давай что ли соломенный, какая нафиг разница. Ух, нифига там набита обсидиана, я прям в восторге. Так, дерево, солома, волокно, соответственно. Спасибо вот сейчас тому человеку, который смотрит это видео, который вот мне набил все вот эти важные для нас ресурсы. Спасибо этому человеку. Вот я реально, я серьезно. Спасибо большое. Так, волокно. Ложим на место. Так, это не сюда. Соломка сюда. Дерево сюда. Так, уже утро, судя по всему, да? Да, утро, можно вырубать свет волшебным пин-котиком. Так. Разместить. Опа. Выход для верстачка. Для самого великолепного верстачка. Сейчас я на изи в него буду класть ресурсы, и, соответственно, мы будем делать много-много рам и ворот. Ну что ж, поехали. Так, ну что могу сказать, я там уже всех зверей собрал. Вот сейчас вот гружу сюда уголек, делать порох нам с тобой. Сейчас по-быстренькому... пороха надел, я уж там и три турельки уже сделал, поэтому все супер. Сейчас осталось только провести проводку, влепить эти турели, ну и патрон в них. Для этого и делаю вот этот вот славный порох. Вот просто обожаю химический стол, смотрите, как он быстро делает порох, да еще в больших порциях, за такую малую, за такое маленькое количество ресурсов он столько много делает. Это просто великолепно, я бы даже сказал. Идеально. Просто идеально. Лепит. Сейчас закончит. Так, вот он и закончил. Берем весь порох. 1242 пороха, видал? Круто, да? Так, теперь это все в станочек. Так, оружие, боеприпасы и патроны пусть рубит. Пока он рубит патроны, мы с тобой заодно сходим, поставим наше добро это. Эти. Так, что мне надо сделать? Я проводил кабель тут, вел его сюда, сюда подсоединил к той турели, потом куда мне там дальше вести-то? Так, где-то тут. Мое место, но я его нифига не вижу, поэтому поход придется сделать так. Блин, вот придется еще одну такую штуку сейчас будет делать. Надо 4 их сделать, а не 3. Так, идем. Все идеальненько. Так, сейчас доведем уже.
Инкубатор вот не проверял, что у нас с инкубатором там. Так, ну-ка. Это влепило, а это что не вижу. Так, ладно, пусть будет так. Сейчас самое главное, чтобы оно подключилось. Давай это проверим. Вау! Ты что тут делаешь? Прочь! Ах ты ж собака, большой уровень. Иди в пизду иди. Ах ты ж тридцатка-то, а? Отпустил, блядь. Где ты нахуй? Вот собака-то не крещеная, а? Пес. Так че у меня с броней-то он сделал? Бля, пиздец. Ох, так. О, отлично, сейчас долетим. Не, не долетим. Так, ну-ка, еще раз. Опа. Блин, почти. Еще раз. Блять. Еще раз. О, наконец-то. Ставим турельку. Так. О, заебись. Хватило. Так, настройки. Радиус высокий. Только выжившие. И пароль. Секретный пароль. Только выжившие, высокий, без предупреждения. Так, зашибись. Тут я провел. Это хорошо. Так, теперь идем дальше. Раз. Два. Три. Блин, не хочу в дом заводить. Четыре. Ух, какие ты, а. Пять. Ой, пиздец, и пиздец. Как я там-то... А, стоп, я же там с другой стороны провести не смогу. Шесть. Че, у меня этих ноль, да? Офигеть. Так, давай. Запрыгиваем. Ставим турельку. Надежное наше место. Ничто не пройдет, ничто не захватит. Но высокий. Только выжившие. Знаменитый пароль. Так, все. Тут все работает. Осталось последнюю турель сейчас влепить. Я думаю, то, что поскольку все так туго, я там не живу, я могу жить в принципе отсюда повести провод. Что-то тут не так. А че бы и нет. Так, вот сейчас еще. Как раз работает. Сделай-ка мне еще одну такую штуку. И все. О! Патроны как раз. Все просто идеально. Так, время. Так, с временем тоже все в порядке. Так, давай ставлю. Камбелек. Блять. А я ведь не догадался, что мне сейчас еще две штуки такие понадобятся. Вот я тупанул, а то и не две, а... Хотя да, две. Так, электрические. Ой, господи. Хватаю. Так, вот это вот отломать мне, пожалуйста. Ставлю эту штуку.
веселую. И от этой веселой штуки... Бля, нихуя не выйдет. Еще одну. Ой, господи, что за абракадабра. Раз. Два. А, ну и все, в принципе, зачем третий-то? Так, ставлю. Работает. Должно, в принципе, работать. Так, прыгаю. Стоп, еще раз. Надо высоко прыгать. Вот так вот примерно. Так. Ставлю дуровику. Включить. Радиус высокий. Только выжившие. Пин-кодик. А, и вот теперь еще патроны правильно надо засунуть. Так. Так, ну в принципе пойдет вот так вот по соточке. 100 патрон, только выжившие раньше. Без предупреждения. Теперь второй. И к третьей, пожалуйста. Отлично, вообще красиво. Так, все. В принципе, патроны так-то есть немножко, но со временем мы их заполним турели по максимуму. Это так пока наброски, чтобы не зарейдили и чтобы испугались там рейдеры эти поганые, которые хотят нас уничтожить. Там мы воюем за добро. Мы таких рейдеров уничтожаем. Так, в принципе, тут все. Могу полимер забрать с цементом отсюда. Чтоб никто не своровал. Если, не дай бог, сюда кто-то проберется. Что же дальше? Дальше надо мне набрать ресурсов, а это... Мы сейчас сделаем супер быстро, поэтому не переключайтесь. Так, ну что ж, набил, можно сказать, ресурсов на первую нашу раму. Можно сказать, набил, это хорошо, но нам надо таких рам где-то 15 штук, а то и где-то может 5 штук. Хочу сказать, что... Ой, какие 5 штук? 15 штук нам надо всего. И поэтому к сегодняшней серии не закончу я делать, но я, конечно, буду за серией там сейчас потом делать это все, но сегодня на Рагнарёк мы базу строить не пойдем. Не получится у нас сегодня идти на Рагнарёк, но вы особо не расстраивайтесь. Ладно, дорогие друзья. Ой, ё-моё. Куда бы тебя припарковать? Стой тут, что ли? Стоп. От кормушки кормишься? А, кормится от кормушки. Ай, с вами был тут Импаут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте про поддержку. Спасибо за ваши добрые комментарии. Ну что ж, дорогие друзья. Всем удачи и всем пока.